Я вот запомнил, еще когда я был в детском саду, и вот там кто-то из ребят по секрету рассказывал нам, когда взрослые вот не слышали, что на самом деле Бог есть, что Он приходил на землю, но люди убили Его. Там, ну, как-то в каком-то таком детском преломлении. Вот, и да, что Он воскрес и как бы ушел с нашей земли. И было, конечно, интересно, загадочно, но верующим я после этого себя не ощущал. Я рос, в общем, в такой среде и был таким же, как и все. Среди его предков очень много людей церкви. По отцовской и материнской линиям прабабушка и прадед отца Георгия Максимова были певчими в храме. Родной брат прадедушки был священником. Но несмотря на сильные церковные корни, стать священнослужителем Георгий Максимов решился далеко не сразу. Он долго не верил, что это его путь, и долго и сознательно его избегал. Известный проповедник и миссионер, исламовед, богослов, писатель и блогер. Отец Георгий Максимов привел в православие и крестил сотни иноверцев. Ну вот, пожалуй, самое масштабное крещение в его священнической практике. 2015-й. Филиппины. Крещается раб Божий Эндрю. In the name of the Father. Amen. And the Son. Amen. And the Holy Spirit. Amen. Беспрецедентное уникальное событие для Филиппин. Сразу 240 человек приняли крещение и стали православными христианами. Таинство совершал священник Георгий Максимов. Это случилось 6 лет назад, ни больше, ни меньше, в Тихом океане. Яркий момент, может быть, самый яркий именно из тех миссий, в которых я принимал участие, это миссия на Филиппинах. Вот обратилась в нашу церковь большая община филиппинцев с просьбой о принятии их в православие. И я оказался в числе тех священников, которые помогали им воцерковляться, узнавать, точнее, ну, катехизироваться сначала. И потом уже через год и начались крещения. Почти весь день ушел на это. Вот, и, ну, я так понял после этого, вот, как крещение Руси происходило, вот, как-то примерно так я так подозревал. Вот. И уже даже когда мы поехали, ну, мы сказали, у нас не было там для всех крестильных рубашек, но попросили прийти там в белых. Ну, у кого что есть белое, да, чтобы люди приходили. И вот когда мы уже ехали к пляжу и видим, что туда идут много-много людей вот в белых футболках, и мы понимали как раз, что это наши вот люди, которые сейчас собираются принять крещение, уже тогда вот это было такое воодушевление большое. Это массовое крещение стало историческим моментом в истории русской православной миссии на Филиппинах. В православии перешла целая община Аглипаянской католической церкви. В тот день крестилось помимо множества мирян два бывших католических епископа, четыре бывших католических священника. Таинство продолжалось целый день, но по признанию отца Георгия Максимова, он не чувствовал усталости. Тогда один из наших помощников, который находился, и он сказал, что, не знаю, как ты еще на ногах стоишь. А я не чувствовал усталости в то время. Хотя я не могу сказать, что я какой-то особенно выносливый в физическом плане людей. Но вот тогда как-то Господь дал, что за эти, я не помню, сколько, 7 часов, я не чувствовал усталости, вот как-то Господь давал. И потом уже, возвращаясь, когда все закончилось, и вот мы шли с отцом Кириллом, с которым мы крестили тогда людей, и я вижу, что вот, допустим, дети бегают, там играют в футбол, и у них вот крестики, которые мы им повесили, да, только сегодня, или люди вот там навстречу идут, а опять же видим, что вот у них висят крестики православные. Ну и такое ощущение, конечно, ну, непередаваемое. Могу сказать, что когда вот я вернулся после этого и уже лег отдохнуть, было такое ощущение, что теперь можно помирать.
Но не всегда его миссия была такой благостной. 2 года назад на этих же самых Филиппинах, на острове Минданао, разгорелась настоящая война. Остров буквально захватили террористы. Священник Георгий Максимов оказался в центре военных действий. В городе, где есть наша община, там в большинстве мест в основном живут христиане, а в том городе половина христиане, мусульмане. И там как раз вот взорвали эту маршрутку, ну, одну из таких, на которых и мы собирались ехать. И меня тогда местные филиппинцы спрашивают, ну что, отчим, мы тогда отменим службу? Ну, мы должны были ехать в этот город. Я говорю, ну как мы можем отменить, если люди нас ждут, и у нас назначена служба. То есть как бы это, как сказать, ну это недостойно ни христианина, ни священника. Но я не хотел бы, как сказать, изображать себя каким-то там бесстрашным. Легко не бояться смерти, когда мы сейчас здесь находимся на природе, в безопасности. Тут никто не боится смерти. Если на меня там навели бы ствол, я не знаю, как я реагировал бы. И, наверное, бы я испытывал страх. Вот. Но в то время, когда я был вот во время войны там на Минданао, я не чувствовал страха, честно скажу. В Индии вместе с новоначальными христианами ему пришлось скрываться от погони, от разъяренных индийцев-протестантов. В одной из арабских стран тайно крестить ванной мусульманина. Но все-таки больше всего отцу Георгию Максимову запомнилось крещение одного сирийца. То, как тот пережил обращение в православие, он больше никогда не видел. Когда я был на Тринидаде, и там вот мы вместе с другом остановились у православных сирийцев, и они говорят, вот у нас есть как раз наш друг мусульманин, но он давно уже решил стать православным. Просто проблема в том, что здесь нет православного священника, и никак нельзя его было крестить. Когда вы могли бы покрестить? Я говорю, ну если человек готов, если человек сознательно хочет стать христианином, я сначала должен с ним поговорить, побеседовать, убедиться в серьезности намерений и в его знании веры. И тогда уже можно решить. Если все это есть, тогда можно креститься. Потому что человек-то не, так сказать, не случайно, он уже жил долгое время среди православных, конечно же, и таким образом прошел некоторую катехизацию. И потом я с ним на следующий день встретился и побеседовал, и действительно убедился, что человек серьезно настроен. Вот. Но что мне запомнилось, что вот он читал символ веры наизусть во время крещения. Нужно читать символ веры. У нас обычно, ну, как правило, все читают, вот, спотыкаясь и так далее. Он читал его наизусть, и он разрыдался во время чтения символа веры. То есть как-то вот настолько это долго он ждал и дождался, и вот его переполняли все эти чувства. В отличие от ярких и незабываемых крещений в его миссионерских поездках, его собственное было намного скромнее. Крестили Юрия Максимова в раннем детстве, но верующим он ощутил себя уже подростком, когда бабушка принесла домой Евангелие. Он поверил в Бога после того, как в руки попалось Евангелие от Луки. Выброшенную книгу нашла в московском метро его бабушка. Отношение к книгам в доме всегда было бережным. Вот и у бабушки не хватило духу пройти мимо выброшенной книги. Дома она передала Евангелие внуку. И она взяла их, и часть этих Евангелий мне передала, часть оставила себе. И вот когда я прочитал, а я вот с детства очень любил читать, и, конечно же, вот новая книга, интересная. И когда я прочитал Евангелие от Луки, то я понял, что ну, если предыдущие все книги, читая, я сам их сужу, выношу свое суждение о них, то вот по этой книге меня будут судить. Такое у меня было ощущение. И, конечно, закончил чтение Евангелия я уже верующим человеком. Верующим, но пока еще не православным христианином. Подростком он захаживал и в католическую, и в протестантскую церковь, но не зацепило. Ну, а тогда, начало 90-х годов, кто жил, тот помнит, насколько тогда вот заполонили нашу страну разные проповедники. И поэтому тоже и я там, и с своим двоюродным братом, вот мы иногда ходили посмотреть, что там какие-то проповедники приезжали, там, протестантские. Ну, даже не просто посмотреть ходили, они там выдавали Библию. Вот нужно было, говорили, чтобы, если хочешь получить бесплатно Библию,
ты должен отходить, там, я не помню, сколько, 10 этих раз, и специально там они отмечали, что ты пришел каждый раз. И вот я отходил, получил Библию и больше к ним не приходил. Эта Библия до сих пор у меня есть, и, конечно, это вот первая Библия, которую полностью прочитал, уже ни одно Евангелие от Луки. Все встало на свои места после одного знаменательного события. В 15 лет Юре Максимову приснился сон, который развеял все его сомнения и метания. Я стою на автобусной остановке посреди поля вместе с пожилым человеком с большой седой бородой и в темной одежде. И мы с ним долго говорили как раз о вере. Я не помню всего, о чем мы говорили, но я запомнил самый конец разговора, то, что он мне говорит: «Иди в православную церковь». И я его спрашиваю: «Как вас зовут?» И он говорит: «Сергий Радонежский». А я тогда не знал даже имени такого, но был обычный советский школьник, и откуда у меня это знать. Но, тем не менее, я пошел в храм, в ближайший православный храм, и увидел как раз там икону, вот, на которой был тот самый человек, который мне приснился, и узнал, что на самом деле был такой человек, преподобный Сергий Радонежский, и до ныне он есть у Господа. Этот сон во многом определил всю дальнейшую жизнь будущего проповедника и миссионера Георгия Максимова. Он находился в самом начале своего пути и искренне не знал, в какую сторону двигаться. Преподобный Сергий Радонежский с тех пор с ним всю жизнь. Каждый раз, словно случайно, святой оказывался рядом уже с самых первых шагов в алтаре. В частности, вот в 1997 году я начал помогать в алтаре. И так как случилось, что именно в храме преподобного Сергия Радонежского, это я не сам искал, вот обязательно, чтобы был такой храм, это меня пригласили, и я даже поначалу как-то здесь не соотнес одно с другим. И вот 5 лет я там алтарничал, а когда закончил там алтарничать, уже меня пригласили преподавать в семинарии московской, то есть в Троице Сергиевой Лаврой как раз, непосредственно у преподобного Сергия, там 10 лет я преподавал, и там же состоялась моя диаконская хиротония в Лавре, в академическом храме. А после того, как уже закончилось мое преподавание, и я поступал в штат города Москвы, опять же меня назначили в храм преподобного Сергия Радонежского. То есть все это время я чувствую вот такую связь с преподобным и воспринимаю его как своего второго небесного покровителя. Но до священства было еще далеко. Тогда, после удивительного видения во сне, Юрий Максимов действительно пришел в православную церковь, погрузился в духовное чтение, не сразу, но со временем ощутил: именно здесь истина, именно в церкви он дома. Я стал ходить в православную церковь, но это я не хотел бы, чтобы создалось впечатление, что я стал православным из-за сна. Это не так. Я продолжал свои изыскания, вот, и в частности я начал читать, как я уже говорил, я очень любил читать, и я вот прочитал Библию, и мне стало интересно, что стало дальше вот с этой общиной, которую основали апостолы Христовы, которая описана в книге «Деяния апостольские». И смотрю, мне в библиотеке попалась книга «Мужи апостольские», то есть следующее поколение, которое непосредственно видело апостолов, общалось с апостолами, их писания, что они писали, как жила церковь в их время. Я читаю дальше, второй век, потом третий век. И так я вот именно через это изучение церковной истории убедился, что именно православная церковь – это истинная церковь Христова. И параллельно, конечно, происходило мое воцерковление. Помню, как однажды еще там при советской власти зашел в храм, и там одновременно с правой стороны в пределе крестили ребенка, а в левом пределе стоял гроб с покойником, которого готовились отпевать. И вот это вот как бы одновременно оно дало мне такое ощущение цельности православия, то есть того, что охватывает всю жизнь человека, так сказать, от колыбели до могилы. Но это были такие просто ощущения, да, это не что-то, что, вот, не знаю, как некоторые рассказывают, что они там пришли в храм и начали плакать или еще что-то такое. Такого у меня не было.
Вот. И это не то, что предопределило то, что я стал православным, потому что я знаю людей, которые тоже приходили в храм и что-то чувствовали, а потом оказывались вне православной церкви. В его жизни было по-другому. Юрий учился в киношколе, снимал кино и уже совершенно конкретно готовился поступать в ВГИК на киноведа, как вдруг в последний момент передумал. Мир кино был очень интересен, когда именно ты сам все это делаешь. Я там даже, пока учился, там сделал фильм, документальный фильм, но именно как бы пленочный еще. Вот. И я работал за монтажным столом, и это ощущение, когда у тебя прям под твоими руками рождается фильм, конечно, оно очень такое было сильное. Вот. И, в принципе, мне это нравилось, и я собирался, вот я уже окончил киношколу, я собирался поступать в ВГИК, в Институт кинематографии, и уже было все как-то, уже понятно было, уже я даже знал своего будущего мастера, там мастерские, в общем, я знал, кто будет моим мастером, уже все готовился к выступлению. Ну вот в тот момент я тоже помню хорошо, что я шел в метро в переходе, и вот меня посетила такая мысль, что жизнь-то у меня одна, и посвятить ее нужно чему-то высшему, а выше Бога ничего нет. Вот. И я круто поменял свое, так сказать, направление и поступил в православный университет. Такой крутой, решительный поворот трудно поддается рациональному объяснению. Вот для отца Георгия Максимова это не иначе, как Божий промысел. Впрочем, его он понял далеко не сразу. Уже будучи в церкви и алтарниче, долго избегал священного сана. Занимался наукой, богословием, религиоведением. Его и без этого все устраивало. Довольно долго у меня не было в эту сторону никаких даже, как сказать, взглядов, хотя у меня были друзья-священники, другие близкие мне люди-священники, и они намекали, иногда прямо говорили, предлагали, что вот хорошо бы там тебе подумать насчет хиротонии. Ну, мне и так было хорошо, поэтому как-то я не чувствовал здесь отклика. Вот. Но потом однажды я беседовал с одним духовным человеком на эту тему, и он мне показал, что на самом деле, когда вот я там отвечал на все эти вопросы и говорил, что там я недостоин там священства, что подлинная причина не в этом. Подлинная причина в том, что я понимал, что быть священнослужителем – это значит больше жертвовать собой ради Бога. А я не хотел больше жертвовать собой. У меня и так все было хорошо. Тот человек дал простой, но мудрый совет – молиться, чтобы Господь открыл свою волю. Он, как раз вот духовный человек, сказал, что надо думать не о том, чего ты хочешь, а чего хочет Бог. Но он не сказал мне, что Бог хочет, чтобы ты стал священником. Нет, он сказал мне, молись о том, чтобы узнать волю Божию. Вот, и я начал молиться об этом, и после этого я потерял покой. Вот, и да, больше года я молился об этом. И потом снова встретился с этим духовным человеком, и он меня спросил, при мыслях о священстве ты чувствуешь огонь в своем сердце? А в то время я уже чувствовал, я сказал «да». Вот, он сказал, тогда ты можешь идти вот по этому пути. И я, собственно говоря, вот тогда подал прошение на хиротонию, сначала в диакона. И все произошло довольно быстро. Мне уже было тогда сколько, 31 год. Юрий Максимов рукоположился в священники 6 лет назад, но как будто родился с именем Георгий. Первая литургия и неизбывную радость от пребывания на службе помню до сих пор. Поскольку я не могу ни с чем сравнить, то сложно это описать, но когда вы рады, вы знаете, что вы рады. Вы понимаете, если ваше сердце переполняет радость, вы это чувствуете. Вам не нужны какие-то дополнительные признаки, чтобы понять, так я обрадовалась или еще не обрадовалась. И здесь то же самое. Какого-то готового ответа не могу сказать, что я нашел, но я помню обещание, в Священном Писании сказано, что если ты будешь искать Его, то есть Бога, ты найдешь Его. И сам Господь, Он ищет ищущих Его. Может быть, дело в том, что
каждому Господь открывается в свое время. Вот, кому-то раньше, кому-то позже, как и цветы, не все созревают сразу же, как снег сошел, да? Какие-то расцветают раньше, какие-то позже, какие-то уже совсем ближе к концу лета. И с людьми тоже, мы все разные, у нас разный наш путь к Господу. Мне кажется, это очень важно. Если была такая встреча, дорожить этим и не забывать, и как-то не предавать это. Если была такая встреча, а в его жизни была, он за нее во многом благодарен отцу Даниилу Сысоеву, известному миссионеру и очень яркому проповеднику, жестоко убитому мусульманином в 2009-м. Отец Даниил был не только его духовным наставником, но и близким другом. Да, да, это близкий мой друг, и мы с ним познакомились еще в 1999 году, выступали вместе на одной конференции, вот, и довольно вот, быстро подружились. У нас было очень много общих тем для разговоров, богословия, и апологетика, и миссия. Ну и некоторые другие темы тоже. Вот и так вот примерно 10, чуть больше 10 лет продолжалась наша дружба, пока вот, Господь не сподобил отца Даниила мученической кончины. И, конечно, присутствие в моей жизни такого настоящего христианина, как отец Даниил, тоже очень много для меня значит и сильно повлияло на меня. Я по убеждениям как бы евангельский христианин, понимаю отношения, но то, что вы делаете, это просто слава Богу. Хотел вам... А вы где служите? Я служу в храме преподобного Сергия Радонежского в Гусиное. И... Просто, может быть, у вас есть возможность пообщаться, да? Да, да. Воскресная школа, что ли? Спасибо большое. Руку можно пожать? Да. Спасибо большое. С Богом. С Богом. Это именно отец Даниил Сысоев сподвиг его на миссионерство, хотя отец Георгий сначала сопротивлялся. И отец Даниил, вот он, я помню, где-то за месяц вот до своей кончины, он мне говорил, вот не хотите ли вы поехать там в Индию, вот там хорошо бы там русские приезжают в штат Гоа, а православия нету, православной миссии нету, они оказываются под влиянием различных лжеучений, заблуждений, там не хотели бы поехать туда на миссию. Ну, я ему ответил, нет, конечно, не хочу. Вот. Но так произошло в результате, что через полтора года после этого разговора я сидел в самолете, который вез меня как раз туда, на миссию, в Индию, в Гоа, как раз к этим людям, о которых беспокоился отец Даниил. И вот с этого началось уже мое более активное вовлечение и погружение в дело миссии. Конечно, отец Даниил на это повлиял. Спустя годы после массового крещения филиппинцев отец Георгий узнал, кто-то из них стал священником, кто-то ушел в монахи. Посеянные несколько лет назад семена дали богатые всходы. И это для него самая большая награда. Я вспоминаю слова святого Иоанна Златоуста, который писал одному из своих священников из ссылки, вот, призывая его отправиться на миссию в Финикию. И он сказал, что все то хорошее в христианской жизни, что ты имеешь в Константинополе, ты можешь иметь и там. Но то, что ты можешь получить там, ты никогда не получишь, оставаясь, так сказать, в своей... Дома. Да. И я это тоже испытывал. И могу сказать, что никогда или почти никогда я в обычной жизни не испытывал такого ощущения близости Господа, как на миссии. Для чего вам это надо? Вот это
ваше миссионерство? Перед Господом. Господь же сказал, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Он же сказал для того, чтобы мы это исполняли, а не для того, чтобы мы это игнорировали. Вот самое первое движение и желание было именно поделиться верой. А тем более, если люди сами хотят, если люди открыты, ну как можно не поделиться?